жестко уничтожаю корабли. Дикий про. Неужели тебе настолько эта игра понравилась? Да, например, кайф. Прикольно. Это на своем сервере липовском. Все, я уничтожил корабль. Все, он эпично тонет. А, убираемся. Мне тут больше всего нравится уничтожать вот эти вот две высотки. Я уже потопил несколько кораблей. Повзрывал, что только можно. Я даже уничтожил самый большой корабль. Не корабль, а это дирижабль в игре. Короче, нет, там уничтожать корабли, и я хочу пойти поуничтожать высотки. Давай. Заходи ко мне на сервер. Короче, делал смачную пешку, то есть, типа, люди пытались бежать с этого острова, их взрывали. Антон, помнишь, ты пытался, типа, взлететь или что-то там уплыть, а я постоянно тебя взрывал? Короче, я хотел, чтобы ты меня кикнул, чтобы я пошел гулять с собакой. А, круто, я зашел не к тебе, понимаю. Блин, я хочу просто тут уже скончать зверя, чтобы он взлетелся, и прям вот, прям у него задняя часть эпично отлетела, и я упал. Не удивлюсь, если когда я буду уничтожать посадку, я захочу ее сжечь. Да, это получилось. Мы тут эпично разлетелся. А тут, кстати, есть другая часть от вертолета. Здесь почти дофига всего лежит. А больше всего не понравилось. Короче, я сделал такой баг прикольный, что типа у меня плывет сам по себе корабль. Нет, 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 я успел. Это мой первый корабль, а вот он. Это мой сам первый. Прикольно разрушается. Ну, мне у вас страйк будет сегодня. Ой, прям за это пищу провала. Ой, привет. А, разлетелся пол корабля. То есть какая солнечная бомба. Бомба. Еще одна бомба. Бомба. Ой, я тут не уничтожал точно. Я не уничтожал вот эту фигню. Я смачно взорвал. Почему это она расстреляла? Твое желание тебя подпить. Ну, этот самолет сам по себе решил умереть. Ну, я видел, как ты взорвался. Микрокатер. Антон, а тут есть здание с подвалом? Нет, чё? Ты не знал, что это было? Посмотри его просто, вот, глянь, тут миллиард деталей просто в море. Это из-за того, что я многоэтажку разграбил. Короче, просто все в море, тут это, можно прям ходить по воде. Реально, тут я мост построил, Антон. Я навалил триллиард деталей, теперь я тут могу ходить. Офигенно. Короче, на триллиард деталей я разгребил вот эту херню, да? Вот, дикий про, походу. Теперь детали даже полностью застыли. Ой, прям пищу, а нет, это меня!
В меня попала папа и дернутился. А точнее мой персонаж. Рекорд жестко, типа, где-то. Короче, людей на собой миллиард бомб оставляю. Я говорю, вы мой триллиард взрывов. Я понимаю, по лестнице. Нету триллиард, нет, триллиард блоков. Черт. Я должен выжить. Офигеть. Антон, ты видишь это? Ты видишь это? Я выжил. Да, прикольно, я сам. Да. Глянь, тут контиллиард блоков. Все, у нас сейчас сервер взорвется. Я уже снимал класс, а вообще могу. Тут, короче, все прям как вот это, в твоей игре все дико к слову. Спасибо, что сервер. Ради этого я тебя и нашел. Я когда нажимал на кнопку, тут вообще не реагировал. Типа, я нажимал прямо ментально, а сейчас она вообще не реагирует. Офигеть, что тут ничего. Всем просто отлично. Что это такое? Блядь, меня даже выкинуло оттуда. Ты у меня тормозишь же, ты мне бегаешь на месте. Круто. У меня все слишком сильно в слоумо разлетается. Кажется, она будет падать миллиард лет, у меня все зависит от этого. Я сделал так, чтобы не удалялись вот эти вот детальки, они еще дольше будут лагать. Давай я лучше сейчас чищу прям. Как хочешь, только потом я снова разграблю эти стены. Дикий пром. А тут детали остались, это нормально? Да. Куда они, как их брать? Так они не уничтожают, это они не убираются. Ладно. Хотя я могу кое-что сделать? Не, ну просто я боюсь, что у нас сервер крашнется. Ну, это что должно убраться? Ладно. Тут, блин, я думал, сейчас проход в этом, короче, заблокирован. Антон, иди сюда. Вот сюда на крышу поднимись, смотри, я хочу, чтобы ты посмотрел кое-что. Смотри, дикий спидран, я сейчас буду подниматься по вот этой лестнице в доме и кидать для тебя бомбы. Если там, конечно, все не завалено. Ё-моё, тут все завалено. Сейчас, я смогу вообще пройти? А я, наверное, не смогу. Антон, зайди внутрь, подожди. Тут невозможно пройти, тут же детали. Тут все завалено. Глянь, зайди. Давай я. Блин, это, конечно, эпично сестрел, давай, ладно, так сделаю. Вот, сейчас смотри, как эпично еще буду бегать. Давай. Беги! А-а-а, бежим нахер! Че, меня там не взорвет? Все вниз падает. Реально? Да. Ладно. Ты где-то же ко мне улетает. Глянь, я всю лестничную клетку взорвал. А на лице дыма? Офигеть, даже детальки еще падают. А я хочу на лифте подняться.
Поднимусь. Что сделал? До того, как ты сказал, что ты хочешь подняться на лифте, я кинул туда бомбы. Да, я вроде могу. Все, я еду. Реально? Офигеть, живой. Да, я тебя вижу, офигеть. На самом деле лифт едет один, потому что там пол сломан. Ах, ты негр. Что я негр? Что ты делаешь? Ничего. Ничего, слышал. Ничего. Потому что потом тебе показалось. А где ты вообще, ты приехал? Подожди, сейчас я зарегиню все. Там моя очередь. Что твоя очередь? Да. А ты спидран? Бля, ни хера ты там триллиард бомб спавнишь. Там целая толпа. Просто. Там прям идеально за тобой разрушается. А, в меня отлетает все нахер. Поставить да эпично все прям рушится прямо так же было и с тобой все минус крыша сейчас крышу разбудим надо вернуться не соли да нет вау эпично улетел давай нужно чтобы меня подбило эпично давай не промахнулся. Ладно. Ты на здание упал? Все. Поднимись по лестнице, пожалуйста. Как? Да тебя. Точнее, по лифту. Ладно, сейчас я его вызову. Тебе очень хороший сюрприз вообще-то будет. После этот вас. А, на меня все бомбы падают. Офигеть. Ну, слишком много блоков дристается. Бежать по лестнице или я, например, а ты можешь стрелять по лестнице, чтобы я тоже так хотел. Ладно, давай. Давай, кто первый? Давай ты будешь бежать, только подожди, я сейчас упаду, а то я улетел куда-то слишком высоко. Все, я падаю, давай, беги. Все, пошел. Блин. Так, все, давай, сейчас буду тебя стрелять. Офигенно, Антон, отлично. Нет, ты снизу. Я, наверное. Ну, по лифту поднимайся. Называй лифт, жди. Пока он приедет. Надеюсь, он приедет. Надеюсь. Офигеть, у тебя там все увалилось просто эпично. Завалило. Антон, Антон, знаешь, как надо смотреть за вот эту турельку сесть? Турельку. Давай. Блядь. Давай. Сейчас. Давай, беги. Подожди, не сейчас. А, да. Давай еще с питколом вообще пробуем. Где ты? А ты где? Ты дикий про? Выезжай. Так, я знаю, что делать. Ты на лифтах до сих пор? Не знаю, но смотри на лестницу. Да ты не груз. А, я сам вниз по лестничной клетке упал. Ой, то есть по лифтам там.
Ладно, теперь у тебя там бомбежка будет. Если что, я внутри здания, я даже не знаю, что там происходит, но я вижу триллиард обломков падающий. Ладно, вызову хаялист. Хм. Ко мне приехало какое-то говно. Блин, знаешь, я вот когда... Кстати, Никита, где? Я на крыше. Видишь на этаж какой-то там, короче, на, я не знаю, на какой-то, видишь меня? Да. Вот, приди ко мне. Пришел. Ладно. Типа. Значит, это чисто для тех, кто ненавидит своих соседов. Чисто такой сел сюда. А ты ненавидишь своих соседов? Конечно. Смотри, я... Чё я сюда... Я, короче, сюда пришел поиграть, и типа такой думал, блин, сейчас идет Никита, такой, мы все поиграем, разрушаем корабли. И типа думал, что ты будешь или я разрушать корабли, а ты будешь лично плыть, типа, и корабли лично будут... Блин, кусок здания отвалился в воду. Да, я видел. И типа корабли будут эпично тонуть. Вот, я тоже так думал. Ну я хочу, но просто это долго, типа, ну корабль поплывет, ты выстрелишь, он утонет, все. А потом это респавнивать. Подумал. Мне кажется, эпичнее было бы, если бы на машине так гонять, но тут особо негде на машине гонять. И прикольно еще мост взрывать. Вау. И моста нету. А где мост-то? Короче, без кнопок получается и без палатки. Да, крутое. Класс. Короче, то упало на обзор, что упало на лифтобушах чек. Слышно. Что будет, если постели? Ничего, правильно. Бангел стал. Тут, наверное, тут не работают команды. Слышишь, что написал? Есть ковер самолет, также Антон. Да. Фриадмин. Нифига вообще пишет. Футь. Этот склад должен быть уничтожен. Тут есть корабль, на который невозможно сесть, прикинь. Ну, я вижу. Он баганный, можно его разрушать. Антон, давай ты будешь разрушать корабль, а я буду внутри него. Ну, в любом случае, на нем нельзя плавать. Почему можно? Я пытался, но у меня туда и просто не садится в сиденье. А, тогда ладно, давай сейчас. Разграбила нахер, я буду внутри. Так, ну вроде у меня все пока что очень даже спокойно. Пойду полюбуюсь на фонтан. Все ок. Только крыша немного обвалилась, но это похер, это починю. А, чё за херня бифа? Тебе корабль принес в курсе, чини давай. Чини. Потом. Денег нету, а что? А ты офигел, что ли? Расстрел? Офигеть, прям в меня. А, мы тонем! А, вода в трюм заливается. А, чё за херня? А, ну, кстати, ещё она не полностью заполнена, но тут можно тусить, в принципе. Да, мы не полностью потонули. А, нет, мы тонем! А, буль, всё, нахер полностью потонули. Ладно, надо раздробить, короче, тут проход, чтобы я смог выбраться. Всё, я выбрался. Ай! Под мной балкончик повалился. Бывает, что с кораблем. Да, у тебя. Дай кончить же. Да и такой, а ты уже будешь не третьего. Я еще хотел на этом корабле уплыть, но у меня все получилось, если бы не какая-то херня. Так, давай, если у меня получится уплыть, тогда будет все имба. Все, у нас, короче, на дне огромный корабль нахер. Я достал на корабль с помощью специальной штуки, потому что у меня не стало. Кстати, Антон, у нас, короче, под водой корабль точно такой же, только не раненый. Чё? Да, но я его уничтожаю.
Я не знаю, что тут делать, потому что я был, по крайней мере, только на первом острове. Я на второй даже не ходил. Так, я пока, если будет возможность, я поплыву. Да, есть возможность, я плыву. Так что давай, пока у тебя время есть. Нигер! Никита, вкус там сзади горит? Да, я его поджег. А чё плыть не могу? Я плыть не могу, офигенно. Плыви, негр! На вашем здании террорист. Давай, заплатите С4! Надо было платить С4 заплатить. Да, надо было. Давай, я в носу, а ты не в носу, давай поехали. Ага. Все, пошло. Накидываем. Разорвало. Так, я... вот сюда. И побуду. Сюда. Так, все, взрываю все, что я наложил. Там все жестко повзрывалось? Если бы у тебя была бы хорошая графика, как бы. Глянь, там все через здание сгорело. Люди, которые в нем были, ладно. Противоконституционная. Наказуемо. Это наказуемо законом. Да, опять на две части зафигачился. Хай, бич! А, бомбежка! А, война! Так, давай спалим корабль рандомный. И чё это у нас будет такого? Давай, ты пока плыви, а я тут это буду подготавливаться. Да, да. Мне нужно так еще завязать вот этот звук на голову, это чтобы я нормально был. О, тут походу... Я не понимаю. Подожди. Я не знаю, как ты, но тут, короче, делает так, что, типа, если я затоплю... Не надо тянет. Разбомбил. Короче, тебе бомбит самолет. Что ты будешь делать? Же расстрелять с бомбой. Бомба прям в тебя нахер. Где ты, нигр? Бомба! Разбомбил твою стрелялку, куколку твою дальше. Что дальше? Да, что дальше, вот именно. Тебя даже не вижу физически. Ты сейчас все себе сам взорвал. Все, самолет разбомбил твой корабль. Ой, еще есть пушки где-то наверху. Это нормально бомби, я сейчас тебя взорву нахер. Нет, улетаем. Давай, плентик за бомб делай. Пока у тебя время есть. Я знаю идеи получше сейчас. Нихер не хуйня. Какая у тебя была идея? Да, все, чтобы это сгорело, он ты решил все раздробить. Окей. Деньги нужно закрыть. Так, давай, теперь
ты спавнишь самолет, или корабль, точнее, я пытаюсь его уничтожить. Да, спавнишь с помощью этого, с помощью тула после ядерной бомбы. Сейчас найду. Пикэкс, типа? Что? Корабль нарисован. Да, это сам, пусть предпоследний, или последний. А, у меня такого нету. А покажи, какая там выглядит у тебя в руках? А, смотри, видишь после ядерную бомбу? Да. Потом, что после нее идет? Кирка. Кирка? Кирка. А, смотри, видишь, там написано шип спавн? Там что-то значит, наподобие шип спавна написано. Не, у меня такое не написано. А, такого нету. А, наверное, у тебя нету, ладно, тебе тут спавню. Все, давай прыгай. Классно, ты меня заспавнил, я думал, он сразу же потонет нахер, как ты меня его заспавнишь. Было такое ощущение. Я буду думать, чем его уничтожить. А, я знаю, чем. Ни на что не намекай, но на корабль тонет. Ты видишь, что с ним вообще? Посмотри на них. По-моему, что-то пошло не так. Завязай мэджик. Хорошо. Где ты? Я устанул. Давай. Вот. Так, все, сейчас туда телепортируюсь. Ой! Ты как отсюда выйти? На, все нормально. Он уже там к себе куда-то плывет. Вот это вот твой корабль, это ранее другой корабль. Вообще ты мало чего нажал, ты где? О, все, доволен? Так, ну все, пошло, поехало. Сразу взорвал тебе сидушку, чтобы ты прибег. Давай, что ты будешь делать, если тебе... Где ты находишься вообще? За пушку ты не сядешь, за вторую пушку ты не сядешь, я сказал, не сядь. Ты в Афганистане, что ли? А что? Да так, ничего. А, я тебя нашел наконец-то. Расстрел открыть? Раз, два, три. Так, я считаю, что я не умер, так. Одним метким выстрелом минус весь обдрисанный корабль. Обдрёс. Стоял бы не на месте, уничтожил. Прошло первую волну, пройдешь эту вторую. Очевидно нет, так что давай проверим. Уничтожаем все, что только видим. Воу. Входим. Это было много эпично. Слушай, я не понимаю, как ты попадаешь. Я бы давно попал, я просто хотел с тобой поиграться. Это какой победный игрок? Возглас. Какой победный возглас, у тебя еще третий, это как? Ладно, так что давай туда, чтобы жить. Не выживешь, смотри, конечно. Ну ты что, взорвал это? Нет. На самоубийце. Оправдание? О, да. Я вообще не такие технологии использую, как ты. Технологии? Да. Технологии, да. Я прям рядом с тобой летаю, ты не боишься умереть нахер? Где ты вообще? Что с тобой? Чего ты на месте? Что происходит, блядь? Ну я сам себя взорву. Что происходит? А, я свой корабль бомблю! Кто-то будет делать корабль, закладывать C4, делай что-нибудь, давай. Ты как тебя убью? Да, я подкашу к бомбе, чтобы ее разминировать, и взрываюсь нахер.
Смотрите, как все обвалилось. Сделай что-ли на... В... Угу. Офигеть, что происходит? Давай, подойди к готовку. Что там? Что такое? Вот, сколько тут денежный корабль, там можно деньги получить. Но мне деньги нахер нужны, так что я взорвал его нахер. Ой, ты же какой отличный опадок. Я вижу, как триллиард блоков летит. Офигеть. Я вижу, сколько под водой кораблей. Да, это триллиард, мантиллиард. Так, все, моя очередь, так я пока быстренько возьму себе корабль. Я вот туда его спавню. Давайте на пенькому какой-то. Лучше сразу залезть наверх, кем тут вниз. Как залезть наверх-то? Антон, есть одна проблема. Если ты не сможешь меня подбить, твоему кораблю жопа. Ой, я походу знаю, что взял. Поэтому если ты не сможешь меня подбить, все, минус сразу корабль мгновенно. Поэтому удачи меня подбить. А, ну я уже вижу, откуда улетел. Это нечестно, я читаю. Забей. Я считаю это нечестно. Ты пока один такой подлежал. Я сидел, слышь. Что ж это нахер? Я даже не могу бомбу скинуть по какой-то причине. Я бомбу не могу скинуть. Мне, короче, бомба почему-то не скидывалась. Нечестно, я считаю. Правда, нет. Реально, а чё она не скидывала? Какого хера? Не понял. Поясни за базар. Ну я выполнил твою задачу, я уничтожил, что дальше. Только сейчас здесь пойти сразу, но я не построюсь. Подожди, а чё не скинулась? Ну сейчас меня скидывай! Чуть не умер! Ну сейчас мне всё скидывается, ладно. Прошлый раз ты скачал читы и убил меня. Так нечестно. Удаляйся. Время поиграть в Brawl Stars, зафармили негров. Ня-ня. Антон, у тебя там бомбёжка, тебе кайф? Да, очень, наверху нахожусь. Тебя там крылья, тебя в кайф? Не кайф, 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 кайф. Прикинь, сейчас это самолёт упадёт на тебя, и вместе с ядерной бомбой взорвётся. Только вот не знаю. Да, попал. Да хрена ты заспавнить ведь этого дауна? Да не этого дауна я заспавнил. О, ну наконец-то. У тебя сейчас корабль умрет там нахер. Бля, против этого никогда не знаю, как справиться. Куда слишком малюленный. Это, по-моему, Россия, давай. Пипец, я кинул бомбу, ты ее это взорвал нахер. Я просто уклоняюсь. Дичайшая бомбежка Антона, а что? Что это за пленка? Главное прицелиться! Офигеть, у него это было получилось. Ладно, буду мантить. Горявай! Офигеть. Ладно, допустим, хорошо. А тебе там, я так понял, да?
Так, все, спавним имбу. Пришло время заспавнить это чудо юду. Ты тут разбомбил мне пол карты. Да, именно карты. Да. Что да блин, где ты фигня? Я хочу заспавнить и раздробить тебя нафиг. Почему я слышу раздробитель? Блин, где реально офигеть? Вот это... Куда это мои чудо-юдо делать? Ладно, пофиг, сяду за это. Ты что, меня там стреляешь, что ли? Так, я понял, где ты. А у меня не летит, кстати, файп. Сейчас, лети, давай. Давай, ты сможешь. Давай, пожалуйста. Да ты лети! А у меня тварь не летела, ты в курсе? У меня тварь еще да. Не летит. А где моя имба? Я вот даже был на каком-то острове, кстати. Вау, какой ты молодец, это же было слишком очевидным. Профессионал, профессионал, понимаешь, профессионал. Интуиция. Что ты делаешь? Чего слышу спидкоил? Мать, это что-то не плывет сквозь говно. Я знаю, что это спавню, все. Я знаю, что это спавню. Я придумал. Я придумал. Так, ну во-первых, вот это вообще я не это хотел. Так, давай. А, кстати, у меня бомба не сбросилась. Все, я знаю, что я заспавнил, осталось только найти. А где это, я реально не знаю. А, ну, а это вот это? Где это, нахер? Сидит мой корабль, мы в туалет. Реально. Да нахер. Где это? Где это в прошлый раз заспавнил? Я хочу это. А что ты хочешь найти? Давайте помогу. Нет, это должно быть сюрпризом. Сюрприз, куда голову нахер. Я видел, как ты полетел, что-то штаб. Да, что, осуждаешь? А где мой корабль? Я стою просто на волоске уже. Да, поздравляю. Это вот это, что ли? Ну, я не уверен. Ну, кстати, есть шанс того, что это вот это. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Нет, нужно на контейнеры бежать. А, нет, не то. Ещё мы. Ну, найду, а видишь? А ты не по-другому, что ли? Нет. Я другую ещё не хотел. И ещё. Но это быстрая с лазерами, которая. А, я знаю, где, но не скажу. Ну, я тоже знаю, я пытаюсь найти, где его спальни здесь. Всё, мой корабль утопился, всё, я не знаю, на чём мне стоять, я мне на воздухе предстоит. Хотя у меня есть лодка, есть микролодка. Ну, садись в микролодку. Она ещё, капец, у неё нет зада, во-первых. И она качается жестко. Тебе подсказали, где находится лазерная пушка? Да не надо, я найду. Какие ты когда 20 лет не можешь найти эту пушку? 20 лет? Да мне 20 лет, нахер. Ничего не замечаешь? Всё нормально. А, ну я так и знал, что... Вот, плыл, нахер. Девки, ты догадался здесь подводную лодку? Я припомню, что ты её возьмёшь, но должен сказать, что ты пролазил эту штуку. Я понял, что ты точно. Так, давай. А можно взять я любой тебе... корабль? Я тебя сейчас заставлю. Я тебе... У тебя снова появился этот корабль говняный. Офигеть. Хэнк, спасибо за говняный корабль. Фисняще. Ну садись в это дерьмо. Двинь нахер. Я не знаю, что у меня стреляет. У меня стреляет передние пушки. Мне даже корабль не плывет просто. Если меня это насрал. И че у меня камера залагала, тебе повезло. Всё, прошло насквозь жёстко.
А, чё ты телепортировался? О, да. Не знаю, что у меня есть. Поплыли. Уа-а-а-а! Иди, давай, руку. Раздробил. Ой, знаю, что я возьму так. Я не помню, где он находится, конечно. Наверное... Я вообще не знаю, где он находится. Мой корабль идет ко дну, помогите, я утону. Давайте корабль уже жестко капец, что-то можно сломилось просто. А ты где, пупсик? Я где-то еще. Все. А я тебя вижу. Да я ко дну пошел нахер. Все, мой корабль утонул. Ну вот с Денисом, что у тебя есть? Только ловским образом. Что у меня есть? Обломок. Два обломки поставить, тебе там уничтожили ночью, а попался. Побыл. Быстро все, 3 секунды. Что ты там будешь делать? Я почему-то врезался, и мой самолет разорвался. Ну не все хочет. О да. Ну я вижу, там что-то плывет, по-моему. Это не использовал. Так я виноват, что ты это не использовал. Почему ты это не использовал? Потому что я нормально, так вот что заключить. Так у нас не было правил это не использовать, Денис. Говорю спасибо, что я ядерную бомбу не использовал. Первая волна, ядерная бомба, уклонись. Скажи спасибо, что я хотя бы не использовал это как там. Этот голос кто-то пытался меня убить два раза. Да. Нифига там корабли друг на друга наложили. В смысле здравствуйте? Не помню. Где вообще? Ничего тебе не подсказывали? Нет. Мне вообще похер. Так я смотрел погоду, я тебя не видел. Ой, все я тебя уничтожил. И тебя тоже. Причем больше раз, чем ты один раз меня все нахер. Все я тебя уничтожил. Давай, теперь моя очередь. Ну ладно. Тоже у меня будет какое-то говно. И что, это же профессиональный крейсер. Тут мне просто и негде было больше стоять. Да вот. Все, ты готов? Надеюсь. Сегодня мор в первую секунду. Не знаю. Это самая ядерная бомба, которая тебе летит с надписью «Уклоняйся». Так, я уже вижу, как ты летишь на каком-то говне, короче. Так что лови. Какие-то, я прям по тебе попал, ты вообще типа похер было. За кого? Получи. Что ты дрифтишь, блин, по воздуху, негр? А ты что, осуждаешь? Конечно. You want the, ah! Дрифт.
уже страшно. Что контент Антим боится? Дима, ты там говно взял летающий. Ну да, что осуждаешь? Тебе, мне кажется, не выстрел сейчас подобие просто. Ну да, что? Это было заспавненное, что виноват? Что было заспавнено, то я и выбрал. Ну все, мечты. Ну где я вообще? Что там происходит? Я вижу лопасти. Я вижу лопасти, которые в воде находятся. Что на спавне происходит? Ладно, я буду обследовать спавн. Какая-то дичь происходит. Это уже нечестно. Так ты меня отстрелишь, и я тебе уплываю, отплывай нахер. Я помню, ты нахер. Ты что меня начал отстреливать, и я тебя что, нечестно? Я не так далеко был вообще-то. Что ты не так далеко был вообще-то? Ладно, подойду поближе, тебя расстреляю. И ты по мне попасть не можешь? Ну почему ты меня расстреливаешь, а я тебя не могу расстреливать? Во-первых, я тебя расстрелил не так далеко, как ты меня. И что? Ну ты меня все равно расстреливал, я тебя. И виноват, что я тебя так далеко? Да. Вообще охреневший. На тебя не выстрел, попадаю просто. Слушай, тебе же. Дерьмо, это мне снес башня нахер. Вот тварь. Да-да-да, дикий про, дикий про. Ну ты прямо вот тут, там рядышком. Что? Почему ты не умер? По-моему, твой корабль идет ко дну, мне так показалось, по крайней мере. Да, нет, пока что я такого не писал. Пока что тебе не показывал, все нормально. Да вверх, че он не полетел, мразь? Молодец, промах. У тебя тоже промах. А я уже один раз попал. Я особо не попадаю. Такое я осуждаю, конечно. Лови! Лови маслину, что ли? Бля, мне даже тебе не стрельнулось, как это жестко. А у меня в тебя не стреляют, почему? Дикий расстрел.
Потом там тебя приказали расстрелять. Ах ты ж, Никита, я тут сам удалить, но тебе еще жопу. Давай. Расстрел на медпичер. Да. Если я попаду, конечно. Я предполагал, что так ты будешь херачить. Да, предположил, и ничего не сделал. Ну корабль просто жестко расстреливал. Приказали его расстрелять, и я это делаю. Привет. Откуда? А я нечестно корабль собирался, эй. Так ты не уследил за этим. Че-то больше читер. Привет из Казахстана. Да. Ой, я слышу какие-то нехорошие звуки. Нехорошо прям. Там не взять такое, что тебя расхерачит. Что я внутри этой херни? Земли. Круто, у меня половина корабля расхерачилась. Сразу летел на землю. Я уже нихера не могу делать, попробовал просто к его приколу подлететь и протаранить из вас. Взлетай наверх, тварь. Что? Сколько по тебе попал там раз? Ноль. Он такой... Улетел смачно. Кто, почему я здесь? Выберись. Кто за херня? Help me. Help. Ты уже на обломках стоишь, это нечестно, все, ты умер нахер. Больше не шаришь. Мой корабль еще не утонул. Я стою пока что на корабле. Ну все, теперь мой корабль точно утонул. Давай, я тебе сейчас заспавню. Давай, я тут действительно заспавню. Опять это дерьмище задолбал мне такой херню спавнить. Че, не знаю, это рандом просто. Спасибо за рандом. Тебя играть не дает. Дай тебе нафиг. Действительно. Я не могу, чтобы она очистила эту базу. Сам копать сюда. О. Никита, тебе славненький привет из Казахстана. Я вижу. Ха, отбил. Слил. Ну, это выбился. Прям под конец решил отбить. Решил показать, что неловко, решил отбить эту херню. Да отбейся нахер. Да мне эта часть корабля вообще не нужна. Да. Никита, сейчас 5 секунд. Я не умею, я на блоках. Че, он с этой херней должен потонуть, что ли? Миллиард раз попал, но ты бессмертный. Упал и больше. Да мне на эту палубу вообще похер. О, попал, кстати, я не знаю, что за бред. А, комната капитана. Офигенная комната капитана, одобряю. Имба комната капитана, лайк. Чё? Я принимаю тебе минус лицо. Нет. Я ещё похер. У меня есть собственная кабина капитана, а у тебя нету. Мать, жёстко. Куда ты там в воду выстрелил? Я просто промахнулся, чё? Ор!
Я даже в воде не могу стрелять, что за бред? По факту я должен стрелять в воде. Ой, и корона выстрел. Ну все, ты уж ни на чем не стоишь. Я по тебе не могу стрелять почему-то, что за баги. О, она идет, блин. Вообще, если попадаю последний раз, то ты выигрываешь. Я даже по тебе не стреляю. Все. Моя очередь. Спам еще тут. О, у меня как-то... А, нет, у меня не царский корабль. Я тут сейчас на фиксе надо было далеко. За сколько наши по-моему России слишком мы? Да мне все нахер лагает. Почисти эту гребаную карту, у меня все нахер лагает. Я лечу, у меня 1 FPS в час. У меня снаряд в воздухе останавливается. Сейчас, подожди, тогда я... Все, я должна была ее очистить. Не уверен. Да что, у меня 1 FPS в час, все лагает. Зачистит нахер эту карту! Сейчас, только не уничтожай меня. У меня уже снаряд в себя летит. Кланяйся. Что его потопил в тебя тебе плохо? Очистилось все нормально? Нет. Так, я люблю отменить это больше, так что... Я быстренько вообще это хочу выучить. Ну, класс, попадаю и игнор. И больше сказать. Да, в чате нет, это три кнопочки. Подай. Чекал, ну тебя рвал, по-моему. Если тебя по ракете убираем. Неумираемая? Отрезал воду умереть. И нефть, вероятно, взорвал. Взорвал воду, класс. Взорвал и тебя воду, тоже. И я не взорвался. Ну, значит, баги играем. По факту у тебя должен был корабль весь на прилететь, потому что это была ядерная бомба. Я уже подумал, что время пол. Ты что за херня? В тебя лечу, а потом моя ракета такая. Я лечу влево! Влево! Не в, не в этот, не в корабль, влево. Про что ли? Это вообще там охренел с ним. Thank you.
взорвись там нахер. Да мне здание мешает. Ты бессмертный? Вот тебе перевернул, спасибо. Офигенно, тебе переверну. Я тебе еще похер, ты бессмертный, там вот этой своей ущербной слипки. О, баги игры просто, пипец, бага, наверное. У тебя еще похер. Я в тебя выстрелил, у тебя еще похер. Привет. Давай, стреляй, стреляй. Я перевернул твою лодку просто на А, Антон, а тут ничего не спавнится. Что за бред? Какого смысла ничего не спавнится? О, все, заспавнилось. Нихера не спавнилось. Чё? Это ты взорвал? Нет, что я взорвал. У нас, походу, сервер забагался. Сломался. А чё случилось? Ну, во-первых, самолет не спавнится, а я один заспавил, там фрю взорвался. Ладно, попытка номер два. Точнее, три. Ну, чтобы тебе взрывается! Это, походу, либо ты делаешь, либо я не знаю. Ну, все у нас, значит, сервер забодался. Самолет сам по себе взрывается. Я буду на шлюпке ездить, я буду это смерть. Это ты делаешь, тварь. Вот это я сейчас делаю, а вот то, что самолет взрывается сам по себе, это не моя проблема. По-любому вот твоя. Нет, я тебе отвечаю, что я стоял просто... Ну сейчас ты начал его расстреливать просто так, что ли, я все видел. Я тебя спалил. Я тебе в ногу люфу, ты начал тебя расстреливать. Это бред какой-то. Ну, значит, сервер забагался. Я могу, конечно, очистить, но типа не очистить, а просто покажу установить. А ты где вообще? Плыву. В Афганистан? Почти перевелся. Как маленькую шлюпку можно найти в огромном океане, интересно. Я вообще-то не в огромном океане, а вообще-то в биоме тут плаваю. А я тебя вижу. А я тебе нет. А тебя да, я как плыву к тебе, к тебе. Запомни, ты сколько убьешь. Да, сейчас. Ну, ой. Где ты? Видишь? Я выбраться не могу. А вот все. Алло. Где? Я не знаю, я плыву просто. Видишь, какую я режу, мне кажется, пытается меня уничтожить. Я тебе крепко бессмертно. Я тебе отвечаю. И до этого мне почему-то попадало. Ты просто это реально попадаешь сейчас. Это 100% бессмертная. Я сейчас тебя переверну. Сейчас переверну. Хоба. Говорил же, что переверну. Все, значит. Сейчас попробую я обратно перевернуть. Где? Я где-то что? Ты не бер. Чок, меня воздух убил. Не, сервер забагался. Ничего. Привет. Я не знаю, ты просто бессмертный, типа похер. Молодец. Наконец-то.
что мы дальше будем делать? Я хочу пойти писать. Вообще пофиг. Я сам хотел его обмануть. Жесткий, жесткий. Делаешь. Не сказать, пусть я росну. Зачем? Захотелось. Я смогу остановить. И ты. Что ты? Как ты его остановишь, если его не будет? Вильгельс ушел жестко. Профессионал, что ли? Вау, вот это неожиданно. Ну, давай, наверное, что-то хорошо, все, пока. Давай, есть, если что. Да, 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 угу, хорошо, да. Да, ты не снялся. Я мог дальше бы, но... Но, да, я понимаю, ты не снялся, да, да. Мамочка просто позвала, да. Да, не снялся, хорошо, все, пока. Да, все, пока, все, пока. Не снялся, да, не снялся.